За то, что они выбрали нашу банду в качестве основной для проведения. Сосредоточьтесь, настроитесь. Держать! Ура! Дмитрий Белов, тебя ждут все. Есть. Детский вес для Димы Березова. Запросто. А у меня огромная благодарность от всей педагогической общественности за популяризацию нашего вида спорта. Находится в зале еще создатель самого популярного, одного из самых популярных сайтов у нас в России. Мавлади Абдуллаев, сайт «Шатой спорт». Попросим выйти к нам. Вот человек, который создал этот сайт, на котором многие спортсмены общаются, разговаривают. Я ему сейчас передам микрофон, мы хотим наградить людей, он расскажет, за что. Спасибо. Я очень рад, что удалось побывать в этом турнире. Я редко бываю в России. Как бы я понял, что я здесь. И хотелось бы сказать огромное спасибо Дмитрию Берестову, его друзьям, организаторам, которые организовали этот великолепный турнир, в которых наш вид спорта очень нуждается, к сожалению, их не так много. И спасибо Мишу, что дал возможность наградить участников нашего виртуального турнира на призы сайта «Веспорт Шатой». Я не буду сейчас говорить о правилах, как это будет проводиться, это можно узнать на сайте. Сейчас я хотел бы просто наградить победителей этого нашего турнира. Итак, у нас проходил на сайте виртуальный турнир. Что это значит? Это значит, кто в году выступал на каких-то соревнованиях, просто выкладывает свои результаты на сайте, и потом в конце года определяется чемпион. И мы сейчас узнаем, кто стал у нас чемпионом виртуального турнира. Ой, поздравляю. Спасибо за участие в турнире. И небольшие извинения. У меня огромная благодарность от всей педагогической общественности за популяризацию нашего вида спорта. За то, что это единственный форум, где все собираются, ну, участвуют много, мало кто участвует, почитают практически все. Все, что касается лотерики, можно почитать там. Огромное спасибо тебе, Володя. Продолжай в этом же направлении. Спасибо. Спасибо. Соревнования женщин на нашем турнире выиграла Яна Кондрашова. Я не знаю, есть или нет. Нету. Ее нет, но мы ей передадим. Оставляйте, я думаю, сейчас кто-то из Московской области будет. А вот представитель города Люберца, он передаст Яне. Яну поздравляю. Это небольшие сувениры, подарки от сайта. Готовьте. И призер нашего турнира Светлана Щербакова, которая заняла второе место. Светлана Щербакова. Светлана Щербакова. За нее получит президент Федерации Московской области Влад Малыгин и передаст. Я хочу поблагодарить еще раз всех участников нашего турнира. Приглашаю всех в этом спортсменов участвовать. И еще раз огромное спасибо Дмитрию Берестову за этот праздник.
Спасибо.